Ситуация в сфере питьевого водоснабжения в регионах Кыргызстана намного хуже, чем в столице. Жители сталкиваются с нехваткой чистой питьевой воды и ухудшением санитарно-гигиенических условий. Еще недавно информация о состоянии системы водоснабжения была разрозненной и недостоверной, что затрудняло процесс принятия решений. Инициатива программы развития ООН «Go All Wash» решила проблему сбора информации. Совместно со Статкомитетом, Департаментом развития питьевого водоснабжения и другими партнерами была разработана форма статистической отчетности для оценки системы водоснабжения в сельской местности. Форма заполняется организациями, непосредственно предоставляющими питьевую воду населению. Данные передаются в Райстат и вводятся в электронную систему, доступ к которой имеют участники процесса принятия решений, включая правительство и организации развития. Что позволяет планировать политику по улучшению системы питьевого водоснабжения в регионах более рационально. Сохрани меня. Твой Кыргызстан.